Эту игру посоветовали мои друзья. Ты будешь делать что-нибудь? Шо? А тут кофе есть? Кофе. Так, из того, что я уже понял, тут идет война. И надо что-то делать. Кто-нибудь, ответьте, кто-нибудь. Почему такая тяжелая и грустная игра? Мне никто об этом не говорил, что она такая грустная. Бегу, бегу, друг, погоди, погоди. Ну вот и что мне делать? Они собрались в аптеку, отлично. Мне кажется, он инженер, потому что у него в комнате радиодетали какие-то. Я хочу приготовить ничего, потому что у меня не хватает ни на что. Всем привет, меня зовут Алексей, вы на канале Кутим. Здесь мы играем в игры, которые вы предлагаете, которые интересные, очень интересные. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте про лайк, подписочку, комментарий. Сегодня мы играем в This War of Mine. И тут есть, как я понял, вариант в режиме истории и в классический режим. И вот здесь вообще непонятно, какой брать режим. Давайте, наверное, истории возьмем. Так, выбрать эпизод. А что тут? Новая история. Обещание отца. Последний эфир. И Fading Embers. Обещание отца давайте. День первый. Эту игру посоветовали мои друзья, и вы также можете посоветовать мне игру, в которую поиграть. Сейчас надо мной будет QR-код. Там есть ссылочки на социальные сети. Подписывайтесь везде, где можно. Также есть ссылочка на игровой буст. Это как раз история то, во что мне поиграть. Так, это я, наверное, вот этот вот толстый... Ну, какой толстый? Просто мужик. Просто мужик, стою. И че, как тут управлять? Оба... Ой. Понятно. Семья Адама не смогла вовремя бежать из города, но им удалось как-то выживать. Несмотря на осаду. Осада какая-то. Пока однажды жена Адама не заболела. Без необходимых лекарств Барбара умерла. После смерти матери Амелия полностью замкнулась в себе и перестала говорить. Потом она заболела. Однажды ночью их многоэтажку сотряс взрыв. Но, к счастью, они выжили. Адам перенес Амелию в другое крыло дома, отчаянно пытаясь спасти свою дочь. Так. Все будет хорошо, Амелия. Мы тут в безопасности, я обещаю. Хорошо. Опытный добытчик. И опечален. Так, а ты голодна, тяжело больна. Ё-моё. Отдохни, я смотрю, дом, может, найду что-нибудь. Это что такое? А, это типа, я понял. Не бойся, я буду рядом, я скоро к тебе приду, отдыхай. 20 градусов тепла у нас, 7.20 уже, ёк. Не волнуйся, крошка. Ты будешь делать что-нибудь? Заверши день. Я уверен, с твоими друзьями все в порядке. Какими друзьями, о чем речь вообще? Ты увидишься с ними, как только война закончится. Я вижу аптечку, я вижу таблетки, кажется. Непонятно. Все, вставай, мужик, пойдем, пойдем, Адам. Пойдем. А, продолжить. Амелия так любит рисовать. Даже без мелков все равно находит способ. Что-то берем. Я понял. На полу письмо. Адам, хоть мы никогда не ладили, но мы братья. Гордость не позволила тебе жить у меня, когда твой дом разрушили, но хотя бы сейчас прояви благоразумие. Говорят, скоро откроют гуманитарный коридор, семьи с детьми будут пропускать в первую очередь. Амелия, наш шанс выбраться отсюда. Разве ты не хочешь ее спасти? Я совсем позабыл про это письмо, мой тупой братец. Так. Настраиваемся. В осажденном... Погорение. Наблюдается растущий дефицит кофе. Ожидается рост цен на кофе на черном рынке. Хорошо. А тут кофе есть? Кофе. Так, я могу строить кровать. Стул. У нас один. Простой обогреватель. У меня ничего не хватает. Хорошо. И на апгрейд у меня тоже, в принципе, ничегошеньки не хватает. А я хочу наверх. А как мне наверх?
Было бы чего... Хорошо. Так, мы что засматриваем, и это мое, да, типа? А, это наши вещи. Это что я забрал? Шестеренку, воду и книги. Можно было взять все. Хорошо. Все, прыгай. Хорош. Здесь есть ничего. Я, кстати, понял по снаряжению. Тут внизу подписывается. У нас есть отмычка теперь. И доски. Он встал и все развалил. Пойдем дальше. Давай, не будем терять надежду. Давай. Посмотрим. Не теряй надежду. Так, а что тут у меня? Идеальное место, чтобы перебросить временный мост. По нему я смогу пройти в свою старую квартиру. Может, еще что-то уцелело после бомбежки. Бери лестницу. А, открывай. Закрыто. И мне надо вот сюда, хорошо. Я открыл? Ой, я открыл, я хорош. Ой, я хорош, красавчик. Так, опять копошимся. Здесь у нас чистая вода. И доски. Взять все. Хорошо. И наверх. А тут сейчас как выяснится, что закрыто что-то? Нужно чем-то открыть этот замок. Жаль. Так, травы, которые можно использовать для приготовления травяных медикаментов и самокруток. Отлично. Отмычка, супер. Компоненты, вода, доски. Все забрали. И открываем. Отмычковываем. Вскрытие. Так, сырая еда. Овощи. Но можно есть сырым, в сыром виде, но получится гораздо более вкусное блюдо, если приготовить их с сырой едой. Травы и чистая вода. У меня тут есть вес, какое-нибудь ограничение по весу? Пока вроде бы нет. И так. А тут что? А, ну закрыли дверь за собой. Хорошо. Мне бы, конечно, как-нибудь эту лестницу бы, конечно, разобрать. Все, здесь, в этой части дома мы все. Она уже хочет... А, мы можем ее покормить, вот что мы можем. Погнали вниз теперь. Здесь мы можем выйти, здесь вот этот пролетик как раз разбомбили. Получается, это был все один дом... А, нет, или... Непонятно. Непонятненько. Далековато, да. Подождите. Так, у нас уже 2 часа. Почему мы так долго ходим? Лоб горячий, нужно найти лекарство. Закрыл дверь. Исследуем все, что можно. Так, из того, что я уже понял, тут идет война. И надо что-то делать. А на улицу есть варик выходить? На улицу, наверное, нет варика выходить. Давай закроем дверь. С другой стороны закрою дверь. Ну, проходи. А, все, он автоматом закрывает. Ничего себе. Ты хочешь кушать? Опечален. Голодна и тяжело больна. Что, почему-то он очень долго роется в камнях. Что-то он там... Еще стиральная машина. Мы можем постирать вещи. Так, все живы пока, да? Я ее могу накормить уже, она же голоден, да? Голодна. Да почему так долго-то? Друг, а мы можем тебя ускорять как-то, нет? Новая запись. Держись, деточка. Держись, детка, папочка скоро принесет тебе покушать. Так и у тебя уже было покушать. Но я вот думаю, есть вариант использовать сырую, ну, овощи. Наверное. 12 часов уже, бать, нет. Я надеюсь, вот эта полоска, это ее ХП. Это ее здоровье, и она пока полная. А это что такое? Слушай, он там что-то, я не знаю, ты там золото, нефть ищешь, мужик? Ну ладно, подождем, тут у нас уже вариантов-то особо. Особо вариантов нет.
И сейчас за первую ходочку. И что это было? Ты ничего не нашел? Может, это я типа в целом проход расчищал? Так, трава, отмычка, забрали все, спасибо. У меня вопрос, если тут что-то не светит... Ой, а что это такое? Плюшевый щенок. Плюшевый щенок. Амелия просто обожала собак. Она будет в восторге. Хорошо. Ювелирное украшение для обменов. Отлично. Вот это да. Ночь. Я должен защитить ее. Хорошо. Дом. Планирование ночи. Добывать. Охранять. Невозможно добраться из-за боев. Спать. А, ну короче, ночью спим. Хорошо. Эта ночь прошла спокойно. Ночь была спокойной, не считая отдаленных выстрелов. Будем надеяться, что так пойдет и дальше. А я все еще внизу. Стой, подожди сюда. Ой, какой он тяжелый на подъем. Зачем? Пойдем. Кто-нибудь, ответьте, кто-нибудь. Голоден, опечален, устал. Моя дочь тяжело больна, нам нужны бинты, лекарства, прием. Покормить. Смотри, малыш, я нашел продукты. Я знаю, ты болеешь, у тебя нет аппетита, но тебе надо поесть. На морковку, ешь морковку. На ложку морковку и ложкой так. Оба, хлыщ. Давай, кушай, чтобы набраться сил. А молодец, съешь все и скоро поправишься. Ну тоже, кстати, а чё нет-то? Как он долго кормит ее. Да, смотри, какая игрушка. Мой желудок урчит. На, отдай ты. Да отдай ты, ёкарный ком. А почему я не могу отдать? Хорошо. А как инвентарь? Где инвентарь? Давай, ладно, посмотрим, что мы можем улучшить. Пока непонятно. Доска. Это что у меня есть и сколько надо, да? 1 из 12, 6 из 12. Самогонный аппарат. Вот это да. Дешево и просто. Топливо делается из досок, книг и компонентов. Кипяченая вода и сырая вода позволяют готовить питательные блюда. Как долго? Изготавливаем. А я не могу. Компоненты, доски. Почему? Не понимаю. Вот. Так, стоп. Вот это? Сколько тратится? Так, это сколько тратится? Это сколько у меня есть? Сколько тратится? Сколько у меня есть? Мне не хватает вот этих вот... вот этих самых компонентов. Ля! Фильтр для перегонки спирта. Нет, не хочу. Ой! Ау, у меня для вас сюрприз. Кто-то за дверью. Ау, ты кто? Мужик, ты кто такой? Пошел отсюда. А может, это брательник его, кстати. Давайте заключим сделку. Давай. Лекарства есть? Мне нужны лекарства. Давай. Давай таблетки. О, ты же тот самый парень с радио. Да, так у тебя есть лекарства? Друг, сейчас лекарства трудно найти. Умоляю, на все, что у меня есть. Хорошо, сделаю, что смогу, но не обещаю. По пути сюда меня чуть не подстрелили. И все? Так, погнали, стиралку-то разберем. Ох, он бегать умеет, кстати. А, я с инвентарем. А, вот наша вещь. Лоб горячий, нужно найти лекарство. Воу, а это что такое? Электрические детали взять. В смысле, все взять. Так, и возвращаемся.
Подожди, наши вещи. Мне надо вот... А как самому-то поесть, алё? Ух, тяжело. Слушай, а ты вообще, да, не алё? Ну ладно. Завал мешает. Я понял, ну то есть это как бы тот завал, который мне надо разгребать, чтобы что-то там было. И мы будем разгребать его очень долго, потому что, ну, он медленно разгребается, не знаю. Так, мы сейчас разгребем вот этот завал. Я надеюсь, вот это, а это тоже завал, да? Мы разгребем этот завал. Потом что-то лутанем, разгребем снова завал, и там закрытая дверь. А. Да жесть, сколько тут завалов. О, мусорка, о, машина. И здесь наверху, в принципе, что-то может быть интересное, даже может быть. Ну давай, давай, разбирай. Так, он голоден. Она голодна. Опечален. Да ладно, 2 дня нормально. Попить можно воды. И нормально все будет. Почему такая тяжелая и грустная игра? Мне никто об этом не говорил, что она такая грустная. Он почти разобрал завал первый. Мы разберем завал, заберем то, что здесь лежит, и побежим строить плиту. А, я типа вот тут могу съесть, вот тут у меня еда. Но нет, я буду ребенка кормить. С другой стороны, лоб горячий, нужно найти лекарство. У тебя ты голоден или что? Я не понимаю. Взять все, выйти. Пошел сюда, пошел быстрее, быстренько давай. Тебе еще надо воды накипятить будет. А, строим вот... А это что такое? Позволяет нам делать инструменты, такие как лопата для расчистки завалов, ломы для взламывания дверей, ножи для самообороны. 10. И вот... Чинить огнестрельное оружие. Я не знаю, дешево и сердито. Делается из досок, книг и компонентов. Примитивная плита. Просто тратить вот эту вот историю. Не знаю. А это топливо, да? То есть мне под эту штуку нужно будет еще топливо. Давай сделать, ладно, хорошо. Перетащите на... А, перетащите... Я вот тут вот поставлю, телек прикрою. Ну вот, нормально все делаем. А во сколько у нас ночь кончается? А, вот я вижу. Мне надо еще по-хорошему сходить перекусить или ее покормить. Я даже... Собака не передается. Вот тоже непонятно, как поддать собаку-то, девочка. Дверь не закрыли, вообще жесть. О, идет, идет, глянь. А мы дверь не закрыли. Привет, у меня есть для тебя лекарство. Ну, наконец-то. Стой, подожди. Сначала вода. Базовые предметы. Эх. Эх. Сделать. Я сейчас, друг, погоди. Сейчас я палки только соберу. Раз. Бегу, бегу, друг. Погоди. Ух. Вы знаете, как я рисковал? Да и мне насрать, как ты рисковал. Лекарство давай, я тебе брюлик отдам. Был непросто, да, хорошо. Да, хорошо, я понял. Ну, я тут. Ага, вот, торговля. Так. Простые лекарства, сделанные на основе трав. Нет, не нужны. Они мерзкие, но способны спасти жизнь больному, медикаменты. Да, я хочу вот это. Что вы мне... Я много прошу в обмен. Я хочу на самом деле... А что я за брюлик могу? Вы, наверное, шутите, покажите мне еще что-нибудь. В смысле, что тебе, блин, показать? Давай больше.
Я тебе все, что есть, отдаю, мужик. Отлично, мы договоримся. Нет, еще блиночки. Отлично, мы договоримся. Слушай, мне, ну ладно. Это то, что в принципе вылечит его дочь. У него патроны есть. Договорились. Я буду здесь, если вам еще что-то понадобится. Не надо тут стоять, пошел отсюда. Вон. Я буду здесь. Не понадобится. Ой, там кто-то стреляет. Пойдем, лекарство, быстрее. А я не понял, тут вода, кстати, работает или нет? Да, сделать. Нет, мне надо было не сделать. А, все, хорошо. На лекарство. Милый, я принес лекарство, теперь все будет хорошо. На второй день дочь спасли, фактически. Голоден, опечален, устал. Она голодна, тяжело больна под лекарствами. А, ну все. Не выплювывай. Я знаю, вкус ужасный, но тебе станет лучше. А прикинь, фу, и все выплюнула, зная своего, плюнул, и все, и до свидания. Мы есть друг у друга, это самое главное. Знаете, как я рисковал? Да мы дверь закрыли, нам без разницы, как ты рисковал. Так, добытчик. Давай, а я не могу, да? Добытчик. А что-то, что такое? Дом брата. Да давай. Я не могу бросить на произвол судьбы. Я понял. Не может он дочку бросить. Эта ночь прошла спокойно. Хорошо. У нас нет ничего из еды абсолютно. Единственное, что я могу делать. Алло, меня кто-нибудь слышит? Мой ребенок болен. Опять? Тяжело больна. Мне нужна помощь. Кто-нибудь ответьте. Я не понимаю этого. Мы ждали таблетку. Все. А, вот супчик, на, попей, поешь. Я нашел продукты. Голодна, тяжело больна. Сильно устал. У тебя нет аппетита, но надо есть. Давай, я же... Так, молодец. А сколько этой Амелии-то лет? Игрушку отдай. А нам надо поговорить. Ты кто? Ну пойдем. Ой, не ты. Давай. Глянь, зараза, спрятался за угол. Сейчас по-любому нападет на меня. Брат, мы можем поговорить, конечно. Что у тебя есть? Опять ты, я же тебе сказал. Адам, хватай Амелию, бежим, она наш билет отсюда. Гуманитарный коридор, о котором я говорил, нам повезло. Они в первую очередь пропускают родителей с детьми. Амелия, тебе не билет, она моя дочь. Она слишком слаба, чтобы пережить такую вылазку. Мне придется нести ее на руках и сейчас останавливаться. Они убьют нас раньше, чем мы куда-то дойдем. Вечно ты думаешь о плохом, уверен, она справится. И она наш единственный шанс выбраться из этого ада. Послушай, что ты несешь, ты готов рискнуть ее жизнью. Я просто хочу вытащить нас отсюда, разве ты сам этого не хочешь, чтобы Амелия была в безопасности? Если ты такой трус, я сам ее заберу. Слушай, сюда, тронешь ее, я тебя убью. И больше здесь не появляйся. Все, у нас появились враги в лице брательника. Надо копать вот эту штуку и... В смысле, как там Амелия, надо проверить? Ну давай, беги, проверяй. Я-то думал, копать будешь, а ты... Смотришь, так тяжело больна, голодна и больна. Все как обычно, стабильно. Нехорошо, у тебя жар. Нужно поскорее найти лекарства. Да сколько ей лекарств-то давать, алло. Держись, папочка, провернется. Все.
Все, погнали дальше копать. Камни сами себя не разберут. И вот тут у меня как бы вопрос. Вот мы сделали эту коптильню. И вроде как можем коптить. Но. Ключевое но. Материала нет, воды мало. Непонятно вообще, что. Что тут делать? Разгребай быстрее. Это сколько часов вообще? 7 часов начала. Я тоже хочу есть. И что, ничего страшного? Так, ну для перегонки спирта и приготовления нормальных блюд. А ты можешь что-нибудь съесть? Например, отмычку. Да как тебя есть-то? Где тут что есть? Ты сначала это разбери, потом вот это открой, потом непонятно что. Ну, я, наверное, вниз пойду, в подвал. А потом наверх, вверх, вверх, все выше и выше и выше. И дальше тут, в принципе-то, и нет ничего. Интересно, кстати, что за город, я так и не понял. Новая запись, где? Новая запись, день третий. В смысле, иди копай. Я могу попытаться разобрать завал. Конечно, ты можешь. Ты это уже почти сделал, кстати. Единственное, надо посмотреть, чтобы брательник не прибежал. Он человек странный. Нужно попробовать с другой. И как мне сюда? Мне сюда надо что-то скинуть. Он тогда говорил. Только я не помню, что. Давайте еще раз зайдем, посмотрим, что тут можно сделать. Улучшение дает возможность производить более сложные вещи. Хорошо. А здесь временный мост. А почему временный? Почему? У меня ресурсов не хватает. А что мне делать? А как мне быть? Вот и что мне делать? Непонятно. Ну, короче, я завалю этот момент, наверное. Смотрите, как она спит. Чистый ангел. Голодный ангел. Чертова война. Аптеки нет, ничего нет. Что делать? Каким образом я сюда мост проложу? Мне надо было просто вместо вот этой коптильни мост прокладывать. Вот в чем момент. Да. А я могу ее разобрать? Разобрать. Что сделать? Я хочу разобрать. У меня нет инструмента. Я не знаю, что мне делать. Я, наверное, заруинил момент. Ну а что? Вот как иначе? Трудно работать без... Я согласен. И каким-то образом мы могли бы туда вот перебежать, но я построил себе зачем-то вот эту вот коптильню. А все, я сейчас сдохну, ну реально, все, 4 дня, неделя, и до свидания. Амелию украли. Нет, ну все к этому шло. Ты где, дочь? Голоден, в депрессии, настроен решительно, устал. Наверное, я упал в обморок от истощения. Не реви, тут глаз есть. Давай, что тут произошло? Осмотрись. Ну давай. Посмотрись, мой брат, он тебя забрал, я убью его. Так. И спать. Красавчик, молодец. Так, никаких следов борьбы, она знала того, кто ее забирал. Погнали дальше. По глазам вижу.
Вот, все, теперь мы можем ходить. Все нормально. Главное, чтобы дочь жива была. Так, и мы смотрим. За следы ботинок взрослого мужчины. Это и впрямь был мой брат. Нужно нанести ему визит. Ну все. Молись, уродец. Но, ночь. Дом брат. Поиски Амелии. Давай. Так, что мы тут, рюкзак? Наши вещи. А вот так. Ну все, мне больше ничего не надо. Поиски взять. Мне не надо же ничего, правильно? Все. Отмычечка и все, и в добрый путь. А, добывать. Ладно. Я не могу искать во время боя. Так, я понял. Тут что-то есть. Что это такое? Непонятно. А кто-нибудь дома? Братик? Оба, забираем телек. Ничего ценного, точно. Холодильник давай. Вот это я понимаю, пошел движ. Все взять, все взять. Наверх. Вот там, кстати, еще и огонь горит. Стой! А что ты так шумишь? Тут, может, стелс надо делать? Тихо, тихонечко идти. А все все забираем. Ну ладно, если с первой попытки не нашли, со второй потом вернемся. Ой. Т-13. У меня мало места. Вот в чем проблема. Так, давай посмотрим. В глазок. Их тут нет, черт. На кроватку посмотрим, что тут. Столько писем. Не знаю никого из тех, кто их писал. В некоторых из них говорится о гуманитарном коридоре. Может, я найду зацепку, которая приведет меня к Амелии. Так, еще один глаз. Давай. На полу письмо. Сегодня ночью правительство наконец прислушалось к ООН и открыло коридор. Трасса ДЛ-1 должна быть в безопасности в течение суток. Наконец-то мы сможем выбраться из этого ада. Место встречи ты знаешь. Ага. Так, не забудь по пути заглянуть в свою аптеку, нам нужны все лекарства и бинты. У вас много больных и раненых, в том числе и среди детей. Они собрались в аптеку, отлично. Так, и здесь я что-то лутаю. А что я здесь лутаю? А я не могу взять все. Оба. Так, что, и вот так. А почему? Почему? Так, ну хорошо, здесь, кстати, кто-то появился, кажется. Какой-то шум. А, я... Ай, крыса испугался. Так, а как туда попасть? Вот тут еще есть какая-то история. Внизу. Заперто. Тут брат хранит свое ружье. Так, с... А все, ладно. Ну все, домой тогда, домой. Очень голоден. Ничего страшного. Москва не сразу строилась. Здесь дочери здесь нет. Адам уже в убежище. Ну, конечно, а чё нет? Мы сейчас... Мы начнем с того, что покушаем. Эта ночь прошла спокойно. Поисками хорошо. Молодец. Ну, пойдем сюда. Заходи сюда. Заходи. То есть, в принципе, днем мы будем... тут. Тык-тык-тык. Подождите. Мне надо ключевая штука. Это вот этот временный мост построить. Я его не вижу. Я его вижу. Мне надо. Короче, мне надо всего очень много. Мне не надо книг, поэтому книги мы сжигаем. И только поэтому книги мы сжигаем. Книги надо беречь, на самом деле. А где книги? Раз, два, сделать.
мы сейчас очень, он очень голоден, сильно устал, в депрессии. Прям. Но на самом-то деле, мы сейчас что можем? Мы сейчас можем только приготовить вот эту вареную еду и поспать. И все. А ну вот мы... Все указывает на аптеку, нужно пойти проверить. Он ест, он кушает, ребята. Ребятушки, он ест. Он уже просто... Вот бы добавки, вот ты жрать. Так, и тут у нас есть вариант. А куда аптека? Это в какую сторону вообще? Аптека это куда? Я бы отдохнул на самом деле. Может, я делаю что-то неправильное? Вот, ночь. И теперь мы можем пойти типа в ночь. Он просто голоден и просто в депрессии всего-то. Поэтому мы идем в аптеку. Я не знаю, это что такое. Самокрут. Вот у нас тут какие-то удобрения уже появились. А, брать отмычку или нет? Вот в чем вопрос. Нет, мы не будем брать отмычку. А это что такое? Деталь оружия. Все, мы без ничего идем. Сейчас первая дверь закрыта, все, до свидания. Так, аптека моего брата. Амелия. А куда? В какую сторону? А, о, я понял. Удобненько, интересненько. Никого не видно. Тук-тук, я вхожу. Всем привет, я зашел. Так, и тут это, вот это я типа шум даю. Лекарства из травы. Да все забираем. Давай еще посмотрим. Ну, врагов пока... Вот это непонятно что. Что-то стрёмное, кстати. Зашли. Я иду за тобой. Смазанные следы взрослого мужчины. Здесь кто-то недавно был. Или все еще есть. Так. Блин, стрёмно. Взять все. Мне по-хорошему, очень по-хорошему. А что? Стоп. А это я типа прятаться могу, я понял. Я не хочу ни от кого прятаться. Хочу морду набить. И все. Голоден и в депрессии. А вниз как? Видимо, что-то мешает с другой стороны. А это мне надо вот эту штуку, что ли, убить. Тут что-то на каталке. Она не поддается. Эта дверь заколочена. А наверх-то как выйти? Ну классно, чё. Красавчик. А, ну вот. Да сюда, давай. Что-то случилось? Какой бардак? Бинты, шприцы и щенок. Щенок. Так, упаковки от лекарств, шприцы. Кто-то отчаянно что-то искал, явно спешил. Что здесь случилось? Мы шумим, на самом деле. Это взять все. Щенок, который ты не подарил Амелии. Вот в чем проблема. Ты не смог его подарить. Следы мужских ботинок. Это был мой брат. Не факт. Сейчас какую-то. Так, из хорошего здесь никого нет. Черт, где мой брат? Так. А мы сюда ходили? А у нас скоро ночь уже закончится. Ну, принцип ясен уже, принцип не ясен. Днем мы фермеры, строители, поедатели обеда. А ночью... Брат, что случилось? Где Амелия? А, брат, кстати. Хе-хе. Кто-то решил, что с помощью нее сможет выйти. Так, это же мой брат. Похоже, его закололи до смерти. Никаких следов Амелии. Кто-то забрал ее. Куда я должен выяснить? Как я тебе... Брат мертв, непонятно, как найти Амелию. Но тыкаем глаз, следы ведут наверх. И тут тоже следы крови.
Да что ж за фигня-то такая? Амелия, Амелия. Кто бы то ни было, он, должно быть, свернул в переулок. Мы тут открываем дверочку вот эту. Не будем испытывать судьбу. Так, хорошо. И дверь откроем. Здесь вот, вот так посмотрим. Мы еще наверх сейчас сходим. Дверь открыта и на ручке кровь. Нужно проверить переулок позади дома. Давай я вот так проверю, хоба. А никого нет. Никого нет. А, у меня сколько-то места в рюкзаке еще осталось, да? Амелия, а что ты так орешь-то? Так, и здесь тоже никого нет, но тут апартаменты такие достаточно. О, холодос. Холодильник. Кстати. Кстати, холодильник. Кстати, о хорошем. Так, холодильник, да, нам нужна еда, по-любому. И там тоже что-то будет. Вот тут. Ай, вода, 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 вода. Ну хорошо. Кругом беспорядок. Сюда забрались воры, черт. Сейф на распашку, это явно были воры. Воры украли дочь. Ну что, ладно, побежали сюда. То, как ты бежишь, это типа кто-то тебя слышит. Ой. Подожди. Следы крови тянутся по переулку к бензоколонке и школе Амелии. Бензоколонка стоит на дороге из города. Солдаты никого не выпускают. Но если кто-то прошел как родители с умирающим ребенком, кто знает. Школа закрыта, но говорят, там теперь прячутся люди после бомбежки. Мог ли один из них похитить Амелию? Школа и бензоколонка. Нужно сходить туда. Взять все. А я не могу взять все, да? Вот так. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну, все по максимуму, да. Я на выход. А Адам уже в убежище. Хорошо. День какой там у нас? Неделя прошла, да? Нам же сказали, у нас... А, шестой день. Ну, хорошо. Адам уже здесь. Да, хорошо, ты красавчик, молодец. Ты абсолютный молодец. Нам сейчас надо построить здесь. Голоден, устал. Нам надо построить вот эту штуку. В течение 3 часов будет делать. Ну ладно, ты сначала сделай, а потом будешь отдыхать. Может быть, но это не точно. А почему временный-то мост? Неужели ты можешь из говна и палок не можешь нормально что-то построить? Например, говнястые палки. Или нет, там даже инструменты есть. Ну почему? Почему? Мне потом нужен вот этот верстак. Вместо вот этой печки верстак нужен. Я-то думал, нормально мы все пройдем. Дочка будет здорова. Мы хоп-хоп-хоп выбрались и все. А нет, тут дочку похитили, брата убили. Что вообще происходит в этом городе? Ну, война тут происходит, это плохо, конечно. Вот тут что-то знакомое такое вот. Где-то я вот... О, крыша. А насколько тут, в принципе... Кто-то убил моего брата и похитил Амелию. Судя по уликам, мне надо проверить школу или бензоколонку. Я знаю. Я знаю, друг. Мы начнем с бензоколонки. Ну, смотрите, предположение. Дочка убежала. Может, выздоровела, полегчала ей. После таблеток заштырила ее. И она убежала в школу. А на бензоколонке предположение, что есть враги много. Так, все, временный мост. Ставлю так, на школу, наш дом. Все потеряно. А он сказал, ставлю на школу, по-моему. Пошло все на... Ты соберись, с каждым днем все хуже и хуже. В депрессии ты. Мне все равно, что ты. Соберись, тряпка. Голоден, устал и в депрессии. Устал — это плохо, надо на самом деле успеть лечь. Нет, наша комната, все верно. Давай, тут что-нибудь должно быть. Ну да. Что, электрик, что, инженер? Амелия, мне так жаль, я найду тебя, обещаю. Мне кажется, он инженер, потому что у него в комнате радиодетали какие-то. Так, да,
чувака, это что? Ну, здесь он вообще ничего не говорит, он просто рыщет по вещам, по вещам. Так. Здесь долго. Стой. Мы снизу начнем. Мне кажется, снизу более... А, и у меня, наверное, отмычки нет. Есть отмычка. А может, у меня две отмычки? Опа, привет. Ой, как же тяжело. Что я там скипнул? Большая фотография Адама и его родных. Жена и дочь, родители и брат. Кто-то явно пытается стереть его брата с фотографии. Я не знаю. Не я. Хорошо. Сырая еда, базовые предметы. Капкан для небольших животных. Нужны компоненты. Как долго, неизвестно. Есть можно, но в вареном виде будут питать. Ой, я какое-то животное сейчас буду. Все это бессмысленно, соберись. Нехороший день. Все. Мы, короче, какую-то крысёныша сейчас поймаем. А это что такое? Мелки. Вот, мы хотели мелки, вот и забрали мелки. Набор цветных мелков, почти полный. Амелия любила рисовать ими разные картинки. Дневник Адама, наполовину сгоревшая, уцелевшая запись. Сегодня я похоронил Барбару, теперь мы остались вдвоем. Мы сохранили ее толстовку, Амелия носит ее не снимая. Она верит, что толстовка защищает ее. Мог бы я спасти Барбару, если бы не разорвал отношения с братом? Нет, я слишком хорошо его знаю. Он бы ни за что не поделился с нами лекарствами. Грязный спекулянт. Он бы воспользовался чужим горем, чтобы набить карман. Так, ну что там, Эв? Приманка еще на месте. Надеюсь, скоро мы что-нибудь поймем. Я тоже надеюсь. А пока приманка там... Я же узнаю, что там кто-то есть. По-моему, эта штука становится все больше и больше. Киньте, зверек убежал вместе с приманкой. И все. Ни приманки, ни зверя, ничего. Так, хорошо. Здесь тоже отлично. Мы сейчас хотим... Чего мы хотим? Не увеличиваться, кажется, но это не точно. Ой, чуть не скипнул день. Так, я хочу приготовить ничего, потому что у меня не хватает ни на что. Я хочу скрафтить верстак. Верстак, это must have. Так, самогонный аппарат, он бухарик, что ли, будет? Коллектор дождевой воды. Полезно. Да, надо ли прямо сейчас, не знаю, сделать. И мне надо эту штуку где-то разместить. Ну, вот сюда, да. Строй. Какой вы... Я тебя не спрашивал, какой в этом смысл. Ты же уставший, сдохнешь. Голоден, он будет просто голоден, ничего страшного пока что. У меня есть таблетки, если что, может быть, мне даже повезет какую-нибудь крыску поймать. Вот здесь много копать, вот здесь много копать, и это, собственно, копать, и выход. А здесь мне отмычка нужна, у меня ее сейчас нет. Но отмычки я могу делать, вот у меня же, вот. Мне нужно 10 компонентов за отмычку. Делать свою работу медленно и шумно. А бывший кухонный инвентарь, ставший опасным оружием ближнего боя. Вот это интересная история на самом деле. То есть я бы сейчас на самом деле сделал бы оружие. Пошло все, соберись. Нехороший день. Мне надо в последний момент успеть лечь спать. Чтобы ночью я вроде как с ножом, такой опасный тип, атаковал школу. Так, и наши вещи есть, оружие отлично. И я хотел бы сделать ничего, мне не хватает компании. Печать. Ну все, значит, отдыхай, спать, ложись. Ты и так голоден. А мост стоит. Заверши день. Так, аптека. Разбомбленная школа. Да, давайте. Немного еды, много материалов, оружия, запчастей. Немного материалов. Немного еды.
Хорошо, мы с собой берем только нож. И все. И в добрый путь. А, может быть, местные бомжи что-то знают об Амелии. Надо расспросить. У нас есть же нож. Куча грязи и свежих следов. Здесь должно быть живет много людей. У меня есть нож. Оба. А я пока никого не вижу. Наверху вижу что-то. Ребят, вы не против? Я тут поищу. Материальчик, материальчик. Оп. Если кто-то тут пусто. Да что за фигня? Так, а я что? Я просто голоден. Голоден и устал. Небольшая локация, кстати. Вот это класс. Давайте посмотрим, что тут можно собрать. Конечно, одни инженера работают. Это что? Сигарет, самок. Хорошо. Курение вредит здоровью, ребят. Не рекомендую. Не видно ничего, поэтому заходим. Погнали вниз. И внизу. Кажется, кто-то есть. Но это нет точно. Блин, мне не такие компоненты нужны. Мне нужны совершенно другие компоненты. А почему прятать? Я не хочу прятаться. Они снова забрали мою еду. Друзья всегда поддержат. Ты кто? Я ищу свою дочь. Ты не видел где-нибудь здесь маленькую девочку? Нет, извини. Поспрашивай остальных, может, они что знают. Хорошо. А я могу тебя шпырнуть ножом? Нет? Ну ладно. Куча бумаги, все мусор, кроме записки про гуманитарный коридор. Нам нужно как-нибудь убежать из города. И поскорее, я узнал, что через пару дней откроется гуманитарный коридор для раненых и детей. Чтобы им воспользоваться, нам нужно или быть серьезно раненым, или с ребенком. Уверен, ты понимаешь, какой вариант я предпочитаю. Похитить ребенка? Ах вы жуки! Так, это бабульку вижу и дедульку. Бабулька, дедулька. Давай, давай, ладно, сейчас мы... Тут никого не вижу, поэтому заходим, заходим. А, это толкан здесь, да? Это толканы. Может кто-то знать об Амелиях. Вот. Привет, ты же не против, я тут у тебя парыщ. А сейчас прикиньте, сагрится, скажет, ты что тут лазишь? Я ищу свою дочку. О, да, я ее видел. Боже, правда, прошу, расскажи все, что знаешь. Сначала ты помоги, а потом я помогу. Если принесешь мне еды, расскажу все, что знаю. Ты можешь сейчас рассказать, и мне не придется выбивать из тебя дерьмо. А если ты меня ударишь, я тебе ничего не скажу. Если убьешь меня, никогда не найдешь свою дочь. Хочешь спасти ее, принеси мне поесть. Серьезно? Дай мне секунду. Ладно, будь тебе еда. Но мне не распилить решетку без ножовки. Да он, кстати, гонит, он не знает, где она. Откуда ему знать? Не вижу оснований, чтобы он знал, где она. О, холодильник. Сейчас я тебе... Еды тебе, сейчас я тебе еды наваляю. Это неправильный холодильник. Это вообще неправильный холодильник. А вода мне нужна, кстати, я немножко не... Так, стоп, подожди. Тук-тук-тук. Все, пока пусть будет так. Это неправильный холодильник. Где, блин, еда? Тут было написано, что есть еда, а я еды не вижу. Это труп? Или не труп, кто-то лежит. Оружие. Патрон. Хорошо, хорошо. Парень какой-то лежит. Так, и здесь тоже непонятно что. Давайте зайдем. Привет. Гору упаковок из-под лекарств. Куча грязных бинтов. Как они могли столько накопить? Может, это они обокрали моего брата? По-любому, эй, чужак, не трогай нашу коробку. А, я понял.
отойди оттуда, я понял. Ты не вы не заходили недавно в аптеку, там была моя дочь, может, вы видели, куда она пошла? Куда мы ходим, не твое дело, проваливай давай. Вы не понимаете, она тяжело больна, если вы что-то знаете, вы должны мне рассказать. Что, глухой, вали отсюда, говорю. А я могу сохраниться? Я не могу сохраниться. Мне терять нечего, на, тварь. Ну. Добывать. Давай. А чё нет? Чё он орёт на меня? Я ж могу плохого дядьку от... А нож, у меня теперь два нож. Нет, не хочу. Я лучше вот это посмотрю. Тут стопудово что-то важно. Консервочка. Да, отлично. Отличненько. Бинты. Так. Бинты. Вместо чего мне взять бинты? Вместо деревяшечек. Ну все. Бежать к выходу. Или я, конечно, могу еще полазить, посмотреть что-нибудь. Но у меня инвентарь забит. Я не понимаю, как мне его надо... Мне как каким-то образом мне надо его расширять. Она заперта, но я могу открыть ее с помощью инструмента. Вы запомнили. Так, это же не враги. Вы же не знаете. Здрасте, бабушка. Простите, мэм, я еще свою дочь. Вы не видели ее? Что, ребенок пропал? Боже. Что такое? Вы что-то знаете? Вы должны мне рассказать. Я сама лишилась сына. Бедный мой мальчик. Ему было всего 7. Простите, я не знал, но мы еще можем спасти мою дочь. Теперь его нет. Зачем вы мне напомнили о нем? Почему я просто не могу перестать думать об этом? Оставьте меня одну. Сорян, бабушка. Ну или я не знаю, кто ты там. Так, здесь мы в принципе все осмотрели. Куча бумаг. Ну а чего? Ничего страшного. Все, бежать к выходу. Здесь мы пока что ничего не нашли важно. Хотя консервы в депрессию. Ну депрессия — это хорошо. Депрессия — это даже хорошо. Адам уже в убежище. Сейчас мы консервы покушаем, поспим, помедитируем, и все будет отлично. Так, дом, милый дом. Отлично, вот это мы сходили. Давайте посмотрим. Я только принесу еду этому бородяге, и он расскажет, где искать Амиль. Надо торопиться. Но не надо торопиться, не знает он где. А чего я хочу? Так, компоненты, это не надо. А что я хочу? Что-то я хотел сделать вот тут. Вот здесь, вот в этом верстаке я хотел сделать ломчик. Один штука. Я надеюсь, он не одноразовый. Он громкий, но... Но, точка. Он громкий, но ничего страшного. Не вижу в том. Очень голоден. Интересно, консерва, сколько еды. Так, и у меня тут... Что с крысой-то? Да почему крыса? Ну, мне кажется, мышеловка, это похоже на мышеловку, поэтому там крыса по-любому. Так, я так много еды за так много еды всего за одну подсказку. Согласен вообще. Грабеж среди бела дня. Так, кушайте, не обляпайтесь. Смотрим. Одна консерва, очень голоден на голоден. Очень вкусно, но голод не утоляет. Да и... Он будет всегда голоден. Потому что... Ну, а чего? Чего расслабляться-то? Погнали, мы сейчас здесь взломаем замок. Кто-то за дверью, вы чего? Открывайте, я принес кое-что на обмен. Ай, ты подожди. Ты меня пока не интересуешь. Я слышу, кто-то пришел, впустим его. Нет. Нет, мы пока заняты. Ой, тут выход. Да? Хорошо. Вот ребята же знают, что... Так, это что такое? Ножовка. А, это, кстати, да, мне пригодится. Так, ну что тут давай? Все еще ничего.
Да что же за фигня такая? Нужно принести еду в школу. Я помню, ты мне вот каждые 5 минут будешь напоминать. С другой стороны, мы сейчас можем обменять кристалл, вот этот вот алмаз, бриллиант. Так, кто-то за дверь. Ну ладно, пойдем. Хорош, уболтал. Ну кто там? Что? Будем меняться или что? Будем меняться. Что у тебя есть? Смотри, что у меня есть. У меня есть вот эта штука. И мелкие. Нет, мелкие не отдам. И мне надо, знаешь что, еды хочу на самом деле. Значит, ты как-то... В смысле много? А, вы, наверное, шутите. Вот, хорошо. Очень щедро с моей стороны. Так, а что я хочу? Честно говоря, это довольно распространенный товар. Можете получить это почти даром. А, нет, я вот это могу получить почти даром. Распространенный товар. Это вам дорого обойдется. Так не пойдет. А почему? Нет, значит, все, неинтересно. Вы впустую тратите мое время, до свидания. Закрыл за ним дверку и пошли копать. Голоден, сильно устал. А как часто тут крысы? Мне надо... Пошло все. Не отказывайся, друг, от копания. Копание никогда тебе не вредило. Физические нагрузки тебе не пригодилась лопата, ага. Не, кстати, а чё нет? Ну пойдем посмотрим, сколько лопаты стоит. Пойдем, он болтал, дружи. Хотя уже половина дня седьмого. А как тут хоп? Ага, я понял. Я понял, что не понял. Лопата. А могу ли я себе позволить лопату? В принципе, могу. Давай, чего? Какой в этот смысл? Ты сам сказал, мне нужна лопата. Нужно принести еду в школу. Мне надо 3 вот таких еды. Я не вооружен, я принес вещи на... Ты все еще здесь, мужик, уходи. А, я его просто не отправил, я ему на крест ему не нажал. Поэтому он сидит и ждет. Сейчас я лопату как сделаю. Так, все, лопаты готовы, побежали копать. Так, много еды, да. Да хватит кривить рожей. Пожалуйста, будь лопата неодноразовая, пожалуйста. Супер, она многоразовая. С лопатой гораздо лучше. Согласен, резонный мужик. Какой в этом смысл? Копаем мы сейчас еще тут отмычкой. Тут посмотрим, тут взломаем дверь. К нам в гости могли отсюда и оттуда ходить. Нужно принести еду в школу. Я помню, друг. Как быстро время-то летит. Давай. Так, открывай. Ну-ка, А это что такое? Нет. А, я понял. У них имеется прочность. Но ничего страшного. Эта дверь наглухо закрыта. Не думаю, что кто-то мог бы пройти через нее. А нужно попробовать с другой стороны, а с другой стороны тут все завалено. Все, я понял. То есть, в принципе... А, я топором теперь могу... Я топором теперь могу мебель хреначить. Ну-ка, давай-ка сейчас разберем всю мебель. Модификация мебели. И что я получаю?
а я получаю гору мусора. Да, нормально, давай. Чертов бомж из школы. Ну, кстати, нормально. Кстати, нормально. Все, побежали, а то мы сейчас не успеем. Он все еще за дверью. Почему он там? Давай, баюньки, баю. Я, кстати, даже стул могу разобрать. Утром ломаешь, ночью чинишь. Так. Здесь могут быть еще улики. Аптека, дом брата, аэропорт. Есть варик, конечно, спать. Спать в кровать. Сильно устал. Он может вообще отдохнуть, вот реально. Он же может день в принципе отдохнуть. Оставайся. Спи. Отдыхай. Ты можешь себе позволить. На нас напали. Кто-то явился ночью, чтобы ограбить нас. Кто-то пытался ограбить нас. Это была банда опытных грабителей, но они смогли нанести лишь немного вреда. К счастью, все были вооружены. Мы все были вооружены. Адам получил ранение, но грабителям не удалось ничего унести. Нам стоит усилить стражу. Да каким образом усилить стражу? Я-то один. Голоден, легко ранен. Хорошо. Хорошо. Я понял. Он немножко ранен, он немножко депрессивен, он в немножечко, он очень сильно депрессивен. Восьмой день, мы продолжим в следующей серии. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Меня зовут Алексей, до скорой встречи, пока.